Категорическое приветствие. Насчет ежедневных физических упражнений. Давайте вот конкретно сфокусируемся даже на зарядке. Делаем зарядку регулярно. В идеале в одно и то же время. Каждый день. Независимо ни от чего. Проспали, значит, сделали вот как только проснулись. И это физиологично стало. Если вовремя, ну, замечательно, сделали вовремя. Ни занятия сексом, ни отсутствие там удобных условий, опасения разбудить кого-то близких. Есть специальные упражнения на все случаи жизни. Можно даже лежа в кровати с любимым человеком сделать упражнения, я имею в виду гимнастические, которые не разбудят его, но вас, ваш организм приведут на лежащее состояние. Есть интерес узнать, какие именно упражнения, как это все сделать. Дайте знать, пишите комментарии, обращайтесь.